Фиксик заканчивает учебу, он выбирает место работы. Кто-то идет работать на завод, кто-то на корабль, кто-то в театр, а кто-то в больницу. Фиксики нужны везде. Семейные фиксики, у которых есть дети, выбирают места поспокойнее. Они обычно селятся в жилых домах. Здесь не так шумно, как на заводе, но тоже полно дел. Нужно следить за телевизорами, компьютерами, пылесосами и телефонами, утюгами и стиральными машинами. И фиксики стараются вовсю. Они просто обожают свою работу. А если работы становится мало, фиксики переезжают в другое место, туда, где их помощь нужнее.